А в Казахстане тем временем вступил в силу ежегодный весенний мораторий на рыбный промысел. В Кызылординской области с 1 апреля до 10 июня под запретом рыбалка на реке Сырдарья и в Аральском море. Нарушения, отмечают сотрудники природоохранной службы, караются законом. А в период нереста на водоемах региона усилен контроль. Рыбоинспекторы проводят ежедневные рейды. За 46 дней выявили 73 факта нарушений. Задержанные привлечены к ответственности. Законом предусмотрен штраф от 10 до 20 МРП. При этом сумма ущерба, нанесенного природе, высчитывается отдельно. В случае, если стоимость незаконного улова превышает 100 МРП, нарушитель привлекается к уголовной ответственности.